Потому что пока вы будете вставать, есть вероятность, что счет станет уже 20 очков в сумме. И после того, как 21 очко состоялось, да, команды набрали, судья дает свисток. Игроки идут к своим местам. Равнящики идут к своему рабочему месту. Это важно, чтобы равнялки держались именно в таком положении, ребят. Потому что если вы будете бежать вот так вот, есть вероятность, что вы кого-то или порвете, или проткнете, или не знаю что.